Всем привет! Вот такая у меня гора скопилась пустых баночек. И сегодня я покажу то, что у меня закончилось. Всем приятного просмотра! Так, ну что, приступим. Первое покажу вот такое средство детское, крем-мыло. Без СЛС, парабенов и красителей. Я уже показывала его не один раз. Покупаем регулярно и шампунь, и вот такое просто крем-мыло. Крем-мыло мне нравится то, что оно идет с дозатором. Вот. Это крем-мыло пахнет очень вкусно. И еще есть зеленое такое. Оно как бы больше для мальчиков. Но мы его тоже берем. Оно яблочком пахнет и тоже нам нравится. Хороший производитель Pink Elephant, да, называется. Я этим средством ребенка мою и тело, и голову, и волосики, и ванную принимаем. То есть оно универсальное. Следующее закончилось вот такой вот салон спа Body Sculptor крем антицеллюлитный. Я его взяла по рекомендации блогера. Вот. Он, в принципе, приятно очень пахнет, быстро впитывается. Но кому нужно сильно-сильно питание, он не делает этого. Очень хороший запах и быстро впитывается, кто любит такие легкие текстуры. Пахнет он свежо. Здесь, наверное, присутствует мята. Он холодит на теле, холодок. Вот, летом вообще очень приятно. Зимой, конечно, охлаждающие кремы не очень приятны, когда холодно. Но он хорошо успокаивает, даже после бритья очень приятно наносить его. Ничего плохого не могу сказать про этот крем, но по назначению, конкретно от целлюлита, он особо погоды не делает. А так вот, как кремчик просто для тела, очень-очень хороший. Так, следующее. Следующее это средство всем известное, ваниш, пятновыводитель. Это мое самое любимое средство уже очень-очень много лет. Просто хочу сказать, покупайте, пусть всегда будет у вас это средство. Отлично для цветных тканей, для белых, и можно наносить отдельно на пятно, потом стирать и добавлять еще в стирку. Можно просто при каждой стирке добавлять, то есть средство ваниш, оно универсальное. Вот. И даже можно не покупать отдельно для ковров, а чистить ковры прямо вот этим вот ванишем обычным. Так, дальше Rexona закончился дезодорант Active Protection Fresh. Дезодорант этот я покупала очень-очень много раз с антибактериальным эффектом он. Вот, но сейчас я отошла и пользуюсь Нивеей. Вот, вообще очень хороший дезодорант, отлично держит, нет запаха пота, отличный очень и запах свеженький, что большая редкость в дезодорантах. Так. Дальше шампунь для наших любимых питомцев. Этот шампунь я пользуюсь уже давно, я показывала уже много раз. Есть для гладкошерстных и есть для длинношерстных собак такой шампунь. Очень хороший, он предотвращает появление паразитов. И здесь очень хороший состав. Тут на первом месте много-много всяких трав. Вот, мне очень он нравится. Даже не мне, а моей собаке. На первом месте у нас генопол, экстракт ромашки, корня девисила, черного тмина, полыни и чимерицы, лимонная кислота, бета-каротин, геноген, катон, натрий хлор, ароматизатор, дисперсный краситель и вода. Вот такой состав. Шампунь очень бюджетный. Он стоит 20 гривен. Бывает даже 18. Вот, и рекомендую его на 100%. Следующий закончился любимейший дезодорант моего мужа, моих детей. И мой тоже. Это дезодорант Old Spice с запахом Вольшторм. Это шикарный запах. Он пахнет какой-то необычной кисленькой конфетой, свежо, вкусно,
просто обалденно. Вот. У меня и дочь старшая пользуется, и я, и сын. То есть всем нравится этот дезодорант. Он может подходить и для женщин, и для мужчин, в принципе. Вот. Но для мужчины он просто-просто шикарен. Поэтому обязательно приобретайте. Так, следующее закончилось, просто мое самое любимое за последнее время средство. Обалденный гель алоэ от Холика. Просто обалденный. Сейчас я его не могу найти по доступной цене. Я его покупала в Атсенсе. Сейчас там нету маленьких, больших сейчас тоже нету, а в интернете цена как бы кусается. Но подождем, вот, шикарно увлажняет, подтягивает кожу, супер для жирной, для сухой, для любой кожи, отлично увлажнение и подтягивание кожи, отличное просто средство. И оно, кстати, действует по-разному. Если вы нанесете его много, оно как бы кожу как напитает. Ну, наверное, сильное увлажнение, да, дает такой эффект напитанности. Если тоненьким слоем нанести, то тогда такой эффект увлажненности, но такой, знаете, который нужный для жирной кожи. Очень нравится, я его и под глазки наносила, на все лицо, на шею, на руки. Просто шикарное средство. Всем советую. Обязательно, кто не пробовал, попробуйте. Есть другие производители. Кстати, напишите, кто пробовал другие производители алоэ. Ну, я только вот Холика пробовала. Так, любимейшая масочка закончился. Гель-маска для лица ровный тон, 5 фруктовых кислот. Я достаю новую из запасиков и буду опять пользоваться, продолжать. Шикарная маска, отлично увлажняет, выравнивает тон. Запах просто обалденный, фруктовый, такой кисленький. Я люблю, не люблю такие, знаете, приторные запахи сладкие. А тут именно очень вкусный запах, шикарная масочка. Приобретайте, и она очень-очень доступная, просто цена у нее копеечная. Так, вот такой крем закончился для рук и ногтей, увлажняет, тонизирует кожу, стимулирует. Да, он увлажняющий, но тут очень-очень много глицерина. Он такой, знаете, глицериновый. Вот, но больше такой крем я приобретать не буду. Он меня не впечатлил, но плохого ничего, но такой средненький кремик. Так, такой вот крем закончился для депиляции. Вот, он мне очень понравился, супер быстрый. Увижу, еще приобрету обязательно. Приобретала я его в Ашане, но думаю, он везде продается. Вот, и именно вот этот для депиляции тела в душе. Очень-очень быстро вылазят у вас волосики. Вот, хороший кремик, приобретайте. И он, кстати, бюджетный из всех кремов для депиляции. Следующая закончилась у меня маска. Ой, не маска, а флюид, жидкий шелк от Доктор Санте. Длина и блеск. Он намного лучше, нежели масла для волос от Avon. Вот, для длинных и секущихся волос. Ну, я не знаю, от посеченных кончиков он, наверное, не спасет. Естественно, это все силиконы. Но он шикарно, шикарно. Волосы просто расчесываются шикарно. И он не жирнит. Его можно наносить, и он не жирнит. Много даже можно наносить. Поэтому его я рекомендую. Он лучше, чем эйвоновские масла, тоже для кончиков. Очень мне понравился, приобрету еще раз обязательно. Так, бархатные ручки, энергия Асаи крем. Я люблю бархатные ручки, но этот крем мне не пошел, он мне не понравился. Я его еле-еле-еле завершила. Он как-то плохо впитывается, оставляет жирность, хоть он и ночной, да, но самой питательности в нем нету. Вот он написано, что для ночного времени он жирненький, но когда руки сухие, он не, на утро руки, ну, результата особого от него нет. Лучше, когда руки сухие, обычная Нивея, вот это жирное, это супер средство, оно даже впитывается лучше, нежели этот кремик. Так,
Вот этот крем, который закончился у меня от Дуру, у меня уже есть в запасе еще два, мгновенное увлажнение, это обалденный просто крем, он пахнет шикарно, опять же кисленький, фруктовый, шикарнючий запах, я его выдушила как могла. Руки от него пахнут просто обалденно. Я его любила и на вечер наносить, тогда руки пахнут. Просто спа какая-то процедура получается. И днем шикарно руки пахнут. Очень-очень он мне нравится, и я буду пользоваться, продолжать. Так, дальше остались такие малюточки. Вот такой крем для лица, увлажняющий с экстрактом алоэ, никакой, очень жирнит, жирный блеск оставляет. Я его покупала, не помню для чего. А, я помню. Дети ехали в лагерь, и не было крема никакого. Сын забыл, а у него там руки и губы обветриваются, и мы брали любой крем, детского не было, мы брали любой. Ну и потом он попал ко мне домой. Кто его производит? Днепропетровская область, город Днепропетровск, Вельта Косметик. Короче, брать я такой крем больше никогда не буду и вам не советую. Я его закончила на тело, вот, мазала им и ноги, и тело, ну, лишь бы закончить. Так, Colgate, вот такая вот паста закончилась. Это, знаете, вот трехцветная, которая, она мне нравится, хорошо прочищает зубки и для разнообразия супер подходит. И следующее, что у меня позаканчивалось, это вот такие вот пакетики у меня, значит, отбеливающее средство Экстра Сила. Это я брала, мне нужно было. Я стирала вещи, стирала белое постельное белье. Хорошо отстирует, неплохое, и вываривала с ним полотенце. Вот этот рецепт, который с маслом, с отбеливателем и с порошком. Супер справилась, все пятна отстирались, полотенце как новое. Следующее, мистер Крот, разумный выбор, это из Ашана. Самое бюджетное средство из такой серии, отлично прочищает трубы, не стоит переплачивать, можете брать, не переживать, супер справляется. Альгинантная маска Fruit Jelly от My Face. Не так, как-то так не очень я ее поняла, именно вот эту фруктовую. Другие брала, мне больше нравятся, нежели эта фруктовая. Тут кусочки фруктов якобы, как бы киви попадается. И, ну, что-то мне не очень она. Вот. Ну, в принципе, альгинантные маски я очень люблю. Но мне больше нравятся вот там с золотом, с такие вот более... Это как-то, она была на скидке, я ее взяла, в принципе, брать можно, если по скидке, то неплохая маска. Ничего плохого сказать не могу. Так, ну, не сильно подтягивает кожу, хоть мне и говорили, что нужно лежать с ней, я и лежала с ней, но все равно результат не очень. Так, фитолиния, это бальзам для волос от краски, от фитолинии, хороший бальзамчик, ну, от краски решила вам показать, остался. Вот. И последнее, что у меня закончилось, это вот такая морская соль с эфирной аллеей сосны. Она крупная, имеет фиолетовый такой оттенок. В принципе, неплохая соль. Но я люблю мелкую, которая дает пену. Вот. Ну, это тоже неплохая. Вот. Она была бюджетная, около 10 гривен стоила, и я ее взяла. Вот. Вот такие вот мои были пустые баночки. Все, что мы закончили. И для кожи, тела, и для лица, и для рук тут. И моющие какие-то, химия. Вот, очень-очень много средств. Ну, хранить больше нет смысла. Поэтому снимаю вам видео. Все. Всех люблю, целую. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!